Много читал в разных средствах массовой информации о нашем сегодняшнем совещании. Ну, как всегда, есть оригиналы, которые переживают за то, что накануне приезда президента пришлось город вылизать, подмести улицы и покрасить скамейки. Ну, есть такие, небольшое количество людей. Все, что хорошо, плохо, что плохо, тоже плохо. Им не угодишь. Так вот, я хочу сказать, что я, приехав сюда, увидев чистый, аккуратный город, с собой его не увезу. Это все останется здесь. И было бы странным, чтобы к приезду президента улицы еще не подмели или не покрасили скамейки, не привели в порядок город. Поэтому не волнуйтесь, жители родного Полоцка, ничего не увезем.